В республике началась уборка урожая. Однако не всякий урожай с чувашских полей порадует аграриев. В Алаторском районе на поле, которое принадлежит одному из аграрных предприятий республики, уродилась конопля. О таком своего рода поле чудес правоохранители узнали благодаря ежегодной операции «МАК». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками нарконтроля был задержан 4 несовершеннолетних жителей Алаторского района. Вот, в ходе проведения досмотра одного из которых был изъят рюкзак, в котором находился наркотик марихуана в количестве более 2 килограмма. Как оказалось впоследствии, жители собрали данный наркотик для личного употребления. Как выяснилось, собрали урожай дурман травы молодые люди на поле недалеко от села Ичиксы. Кстати, от местных жителей никаких сообщений в правоохранительные органы о таком соседстве, судя по всему, не поступало. А само сельхозугодие принадлежало одному из аграрных предприятий района. Коноплю специалисты признали дикорастущей. В итоге все растения уничтожили, подростков поставили на учет в наркодиспансер.